Благотворительная акция «Соберем детей в школу» стала приятной неожиданностью для многодетных родителей Ленинского района. 20 ребят, а именно столько детишек, было приглашено на праздник подарков, стали обладателями необходимых ученикам школьных принадлежностей. В роли добрых фей в этот раз были представительницы Брестской городской организации «Белорусский союз женщин». «Белорусский союз женщин», городское отделение, начинает свою акцию. Вообще она традиционная акция каждый год. Она так и называется «Соберем портфель детям». И самое интересное то, что в этом участвуют все первички нашего города. А первичек у нас уже достаточно много. Мамам сегодня тоже будет приятно, что деткам, которые воспитываются в их семье, вручат небольшие сувениры. Тем самым как-то и деткам создадут праздник, и мамам они вышли сегодня в такие же семьи, как и сами. Главными героями благотворительного праздника стали, конечно же, первоклассники. Ребята, которые 1 сентября откроют для себя новый мир уроков и переменок, веселых каникул и школьных будней. Родители будущих учеников были приятно удивлены подобным вниманием к себе, а потому добрых слов благодарности в адрес инициативных женщин не жалели. Мне приятно, да, насчет этой акции. Дети наши тоже довольны, я так думаю. Некоторые со слезами, но там шарик лопнул, это ерунда, это мелочь. Вот, ну, так все нормально, все хорошо. Праздник, приуроченный к началу учебного года, удался. Настроение школьникам и их родителям добавило участие в мероприятии клоунессы, которая, к слову, также многодетная мама и в этом учебном году отправляет своих детей в школу. И еще одна хорошая новость. Акция «Соберем детей в школу» не заканчивается. Следующее благотворительное мероприятие пройдет уже в эту субботу на рынке «Лагуна».